хватит. Трэш. Клэппин. Время останется, пойдем на робота. Первый звездочет. По факту должны и то успевать. Это завтра гели получается. Все быстро все сделаете, может и гели успеем. На полгода трошки часа. А чё, этого маунт роллишь? Тьме разрули. У меня его нет, я его себе оставлю. Питомец, внимание. Сумоняйте потом на босса 88. Короче, косяк обнаружил. Что еще? Женек, что ты говорил? Отойти ему срочно надо там. Да лунар нужно сбегать. Да тут, короче, один косяк. У меня чарки на миликов нахуй стоят. Я долбоёб даже не заметил. В смысле, прям я вообще в ахуе как. Вау. Я, наверное, пьяный. Кстати, что, воронки подорожали? Или еще пока нет? Их дефицит, я бы так сказал. Что? Их очень мало даже на ауке стоит в последнее время. Интересно, их либо мало, либо дает. Шансы подкрутили. Опа, подожди-ка, а чё? Тринька у меня цунами, вот она по-другому выглядеть стала? Или это у меня заключило? Она как кулак варовский баф стал. А чем быстрее? Кэш удали и все нормально. Глюк, ладно. Патруль идет. Назад идем. Кто-то идет. Если чисто проебишься, опять СПД. Наверное, месяца три. Если не больше. Спасибо.
Вот аккуратно, много хилит. Давайте. Проня, зачем тебе робот? На фонта надо с робота кому-нибудь эту печь. Так, махлоп. Правда, можешь поискать сейчас клиента? Может, печку и все будут продать? Нету качела, надо отсюда, ну, Т4. Еще раз. Насчет Т5 мне надо только чело и все. Это логотипа. Говорю. Плеч нет. Плеч. И все же беру. Вот с этим нету плечей, так что. Будут желающие. Вы тут, нет? Да, здесь. Да. Япончик собираешь пока лут. Полезет. Не спел? Идите, потом. Обратно. Все, либо. Керу дайте. Потом уже не дадим. Эфир сразу, если контроль эфир. Эфир. Все эфир нажмите. Убивайте провидцы быстрее. Эфир дайте. Япончик, смотришь, лутаешь мобов? Да, 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 да. Резать. У нас резать. Тут же фул целка нужен, чтобы зайти. Да. Обычка. Там челик пишет. Че, врываемся? Что, челик? Изюм написал, спросил, но больше ничего. И еще один написал через неделю, где я обратился. У меня там два босса. Ну, поспамь ты, может, поживаю. Да спамится. И пока время есть. Полчасик. Патруль близко. Давай патруль возьмем сразу. Давайте еще с этот мобов добили. По-быстрому это отправиться. Череп. Еру может повторно дать. Кто сдохнет.
усиление проявить. Грудь на лок Макхант надо кому-то? Здесь, да, у нас. Грудь, да. Разделение? Да. Да. Короче, был вар-адмирал, теперь такой же почти ник, только мак-адмирал. Так он уже давно. Не надо. Я это понял. Один и тот же человек. А голова кому-то нужна? Та же самая лок Маханта. У нас нет. У нас на лок Маханта нихуя не надо. Там новички только... есть, ханты. Только ханты. Тело, значит. В принципе, надо. Вечерний рейд у меня уже есть, покупать на 5. На два куска проток. Вот это же Т5. Новички сейчас родить не будут, потому что всем та и понял. Ой, давай пустырей, да? Или завтра уже утром. Ну только завтра Короче, все спрашивают в основном грудь, ой, да, грудь и голову. Потому что у вас босс. Ага. Кстати, Думхаммеры, Вендетты, они не могут убить вас. Боешка. Хан, тебе нормально просто на автоатаку поставить? Не, я понимаю. В планах этого босса добиваем робота и все. Хели оставим на завтрак. Вместе с алкашкой. Оптимистично. Завтра там сколько? 12 или в 13? Также. А первый у нас что пойдет? Келли или целка? Не знаю, посмотрим. Какие подозрительные вопросы. Да просто завтра работаю в чужом городе и не знаю, 12 успею приехать, нет?
тоже могу опоздать на час, на полтора. Собирается рейд очень быстро. Нормальный вопрос. На этого босса, короче, это... Чё у нас там? Кават? Эпус, ЛДД, Артемия в танке. Артемия в танке, Кават в ДДМ. Ты поконтролишь Мишаня? Да, я всё так. Так, дальше. Хилам. Хилам. Ну, в принципе, пускай так и остается по хилам. Так, по поводу костов. Двавара, шаман, Фарада и... В принципе, нормально. Это напоминаю, метку не проебите, выбирайте с рейда. Если что. И по поводу этого, по поводу контролев. Не сбивайте контроля звездопадами, женой у тебя касается. И петы, тоже смотрите за петами. Всем привет. Ароу. Рыба следует за флагу. Босса не хочешь побить магом? Давай зайду, что нет-то. Захожу. Короче, челик через 10 минут отпишет, зайдет Хантон за плечами. Потом он еще купит голову и... Да, окей. Че за босса хоть? Звездочет. А-а-а. Но мы уже завязку принесли. Ага, почти нас догоняет. То есть завязка, Алар убит. Сейчас звездочет, потом робот. Такс. Сумоньте там, давай, адмирал, быстрее заходи. Сейчас уже гружусь. ДПС будет. Блядь, у меня кот ебанутый. Это да. Ты уже рассказывал. Понимаешь, он ебанутый становится тогда, когда молоко попьет. Это ты говорил. Должна. Его включается тогда сверх это звуковая скорость со скоростью звука хуярит по всей квартире. Это еще норма, вот когда они ночью начинают носить свою пизда. Ну что не носится? Кого-то в ДД или в танке? Ты в ДД. Артемия вводит. Может, какого-то хила в ДД? Зачем? И так... Пускай хил... Адмирал, плюс мне, плюс один ПН. Плюс... Сумоньте. Будешь раньше... Не могли звездку даже полностью. Даже око хватает. Месяца два назад. Адмирал тут. Рыба стоит, забахает нахуй. О, это значит, что у меня сейчас будет это? МК, да? Алдорам готов? Все, все готовы на позицию. По готовности, можешь, блядь, будет.
месяц стоить. Женек, стоишь в рейде. Уй! 250, пожалуйста, да? Прошу, прошу. Ну тебе ж Фанзира написал. Да, их засовел вроде. Да, это 200. Че, выйдем? Че, лютас все можно прийти? Жреца притянул. Не надо и выйдет, бьем босса дальше. Че вы, блядь, выйдете? Че, бейте. Тролль. Три жреца. Три паука сбьем. БР, по коту, по локе, Тимыч, по Даркусу, Женуэн, по Мозу. Ну куда, блядь? Что за, блядь, петы, нахуй? Нахуй им обязательно раздать сколько. Добивать на мамонды. Идите, бейте этого жильца. Пуститесь от полон. Ну когда троих из жильцов убили, да? Вот. Адмирал, еще одно слово и выйдем, блядь. Я спросил. Я с вопросом спросил. Все промолчали. Все уже убежали. Так я смотрю, все бегут и спрашиваю, что, и выйдем? И нам дайте по япончику, пожалуйста. Сабьем.
совет. Собью. Собью. Так, Миша, что с крестом? Его сбил. Здесь контроль, главное контроль. Какая же хуйня? Пор? Полдорам вышел. Полдорам, блядь. Отойдите все оттуда нахуй. Второй, блядь, 200. Ой, забирай на себя трэш. Кого-то только засейвить смог. Я бабл прожил. Аккуратно согро. Очень аккуратно, блядь, Тимы. И серьезно, танка нету, блядь. Два ДК, которые соло таргет. Забирайте одного. Блядь, нормально, блядь, сказал же, стопните на пол, блядь, на танков дайте. По престолу играйте лучше, блядь. Босс, лес. Шлямы, что босс. Аккуратно. Встали все сюда в печенье. Трэш пойдет. Сильно не плевайте, дайте карту патронов. Этого контроль бьем, дальше добиваем. Там веру мой. Уже тух.
солнце ждет меня. Чем не через этот погон разруливать или так? Просто. Я могу на замену. Чего у нас сова наверх забралась таким образом? Летать научилась. 20к. Чтоб не умереть. Ну-ка побегай там. Лол. Хорош. Там 1700-800. Ну это все камни перебивают. Thank you.
над БВ-шком. Ну, давай, давай, смотри. Бля, кто хуярит по кнопкам, не могу. Угу. ФК-шары в коридоре, просыпайтесь. ФК-шары это как first kill, да? Вычисляю, кто, бля, по клавиатуре долбит. Он ДПС дает. Любому адмирал. Если адмирал не жрет, значит он долбит по клавиатуре. Че, адмирал жрет? Опять. Речь идет о том, что кто долбит по клавиатуре, в итоге вышло, что я жару. Как так? Хуй пойми. Неудивительно, что ты жрёшь, ты всегда жрёшь за комп. Я ещё даже штаны не снял, пришёл с работы. Не избавь нас от этих подробностей, пожалуйста, Саша. Нет, не избавлю. Хорошо, что штаны не трусы. Кто о чем, кто о чем. А че, смотри, ты луканец, можно луканец стоять. Слабая луканец. Два могут. Луканец. Слабая. Травить надо РСХМ. Надо куда-то пойти. То будет один раз, посмотрели вторую фазу и все. Сидеть, не выйти. А вчера басни рассказывали, что протовар с дурочкой танчит РСХМ. Я, блин, ну... Вообще, вообще, типа, в Т5, да, он может танчить РСХМ, но сейчас его принерфили, этот Т5. Типа, сейчас уже не может. Раньше... Да, будет и без Т5, пару минут танчит. Там я больше было. Скажу, он начинал даже неплохо танчить, очень неплохо. По первому, а потом да. Закончилось ШВ? Нет, там вообще пиздец был, там, короче... Я такой смотрю на хп, хп там тычка 30%, хп отхилили там 25%, тычка 10%. Такой нажимаю ШВ, слышу звук, это тыщ, ну типа ШВ активировалось, и блядь тычка я сдал. Сан, как ты мог больше его сдал? Ну дарка сможет потанчить. Там танчить можно, но от хилов очень сильно зависит. Нужны капли от паладина, капла. Слышишь, классная комбо, дым покаяния сверху джагой накрывает, это рофлы? Отдавал бы мне Леха шмотки на духасте, и я бы собрал себе паладина в виде приста. И хилил бы флешкой, да? Ну, не только флешкой, флешки великие. В ретрик. Ну чё, флешка в 25-30 тысяч и великая, блядь, в 60-70 тысяч. Откуда столько? Ну вот. Я и так могу, но я долго кастую. У меня хосты 200, а нужно 1200. Слава богу. Это для холика, но я же не холик. Упадет книжечка, я начну брать холиковский шмот. Стал лучше, надо.
Что если бы луч мага вот этот бил как лезвие резки? А он очень далеко бьет. Там на 40 метров. Надо что-то пожрать. Оба на работе хавают. На работе работаю. Не хавают. Луч до робота достает? Там почти. Лёх, меня завтра вечером, я опоздаю. Меня завтрашний день в смену закидывает. То есть я завтра до 8 работаю, плюс там час до дома доберусь, на часа полтора я опоздаю. Че, вдвоем упали? Брун есть или есть? Бруна нет? Это было. Был Брун и нет, по-моему. Кать. Есть Войд. Может так добьется. Трея добивается, сейчас Войда не стоит. Чем ты переагриваешь? Я отвести хочу, а ты, блядь, прайс, потом со втором покажешь. Кто там? Боешка. Там вагона взял или нет? Да, нет. Продаж, у тебя такие эффекты пизда. Миш, аспект тот же, что и был? На кого? На Фроста. Нет, ПВП Фроста. Боешка до сих пор в трупаке валяется. Сейчас подниму, где? Да вот, в этих элементалях. Запад. Кого-то в танке или в ретрике? Так, ты в танком. В танк кого-то. Дальше. У тебя вроса молча будет. Дальше. Дживс есть? Артемия, короче, в хила. Зара в ретрика. Зара в ретрика. Я на замену, короче. Хорон.
Вот лоб Розелина прыгает быстрее. Скоро должны будут пропасть. Дом. Ждрифса можно? Там мешка мне забери. Так, дальше. Что у нас еще? Войт, Никитос, Пронин, Ренджа. Там вы тоже можете поставить на Ренджа. Так, я, короче... Мишаня покомандуешь парадом. Так, что, сопроты пьем? Нет. Да. Тут обязательно. СС желательно по паладинам. Ретрикам. Три ретрика, три дивана. Вам же дадут диваны. Короче, да, паладин и лохан дадите диваны. А сальвы будете кидать, короче, по этим поварам. Кому там еще, котам. Может, сальвы будете не по себе отдавать, а по им. Если у вас агро наберется, кинете диван, потом через СС станете. Нету. У кого ретрика еще нету СС? Толдрама, наверное. Первый, кто начинает. Так. Первый? В смысле первый? Босса пулять. Ты босса пуляешь, танчишь от начала до конца. Тебе самое удобное будет набрать агро с пула, чтобы все бурстанули одной кнопкой. Сейчас 2 минуты надо. Там проблема с умом. Ну окей. А у меня вот такой один нескромный вопрос. Если весь рейд не против, ну, то бишь все будут за, кто сейчас находится. Может, сегодня Оку уже с концами язык? Надо отдохнуть еще перед вечерним рейдом. Все, хан тут. А кто ралит у нас тут? Ты! Может, Леха же сказал. Ты командуешь парадом. Так, по ханту дайте кулак. Краску вижу. Кулака не вижу. Дживса дайте. Селедка будет, а не? Селедка поставил. Что это тут просто? Ну что ждем? Селедку едят люди. Ну что так долго? Только поставили. На баф готовность. Дай метку на танк. Все станет танком? Кават же первый. Подходим. Кават первый? Идем за Каватом, не отходим. Сапроты выпейте. 12 человек без сапрота. Геро. Сука, долгоног не одел. Расчет силовых параметров. Угроза нейтрализована. Далеко стоял. Тимыч, дай БР попробуй. Расчет силовых параметров. Тимыч, БР по проне.
Пронь, встанешь после удара? Не вставай. Расчет силовых параметров. Вставай. Ребаф по ханту. Кстати, есть каску по шаманам киньте. И, наверное, станет. Выпейте, сука, сопроты. 500 начислил, у кого нет. Вас, блять, ложит. Вы нихуя даже не пьете. На гро. Сейчас я ему дам сам. Расчет силовых параметров. Принятие альтернативных мер. Принятие альтернативных мер. Адмирал. Да. 82. Я вижу. Он тебя бьет уже. Я в инвиз ушел, блядь. Инвиз, сука, 3 секунды. Я ушел, а. Да как так? После раскола брони один хер агро поймал. Ребаф, пожалуйста. Женен по адмиралу дай. Дарк Зиман по тебе дал. Адмирал, не вставай. Я в курсе. Бабку дайте. И баб. Там сейчас пук сорвет. Хант, набежите ему, чтобы скинуть. Принятие альтернативных мер. Вот и агро. Расчет силовых. Я ему встал. Yeah.
Попала на ханта. Че, все-таки пойдем на Келли по-быстрому, закроем или че? Ты на мейн себе кролил? На мейн. Как все остальные шарты. Че упало? Плечо упало, разбойник, шаман. И маглок. Пенек, тебе на ов. Я соточку на ов кидаю. Блять, там же. Редактор